Сегодня, по идее, я должен был на серии 21 ехать сюда в Ген, ну, на двух. Но они эти электровозы пустили на шаттле, чтобы забрать оттуда груз, который вчера не приехал. И в Генке осталось два тракса и одна 21-я на замену. Ну, я взял первый тракс, который стоял. И уехал. Были 21-е. Ну, честно говоря, хотел бы на 21-х прокатиться. Давно уже на них не катался. Так вот, последний видеоролик снял, больше на них не ездил. Ай, последний, предпоследний. Последний это был класс 77. Кстати, больше на классах мы также не ездим. Потому что все, работы закончились. И теперь спускаемся в Ахен по обычному маршруту. Это Монсон и потом Ахен-Вест. Ну, Ахен-Вест ПБФ. Это пассажирский вокзал. Или, ой, он называется ПБФ. Ахен-Вест это товарный большой вокзал. ГБФ. Поехали, разгоняемся. Нужно подсевать тормоза. Поиск тормозы. А все, в принципе, разгоняем сколько можно. Положил. Поэтому надобности в тепловозах, которые мы использовали, то есть класс 77, она отпала. Что у меня электромагнит тоже? Ну, зеленый. Все равно скорость нужно проверить торможением, что что-то тормозит. Но всего 67%, минимально нужно 66% для движения при скорости 90. Поезд, кстати, Г90, режим торможения Г, товарный и максималка 90. Он короткий, но тяжелый, как металл, потому что. Также постоянно здесь комментарии, мол, вес какой-то, детская железная дорога. Здесь не нужны поезда в 3 километра и в 10 тысяч тонн. Здесь максимум перевозится там 2,5, ну 3200. И, по-моему, максимум катал это было 2800, по-моему, что ли. Генк-шаттле двойной поезд на двух сериях 13. И поезд достиг 694 метра с двумя электровозами. Больше не нужно. Здесь нет расстояний таких. И здесь скорость у товарных составов, она очень высокая. А во Франции, как там еще выше есть, там даже есть товарные составы по 140. То есть у них торможение P и максималка 140. Зеленый, так что если что-то было впереди, оно уже отъехало. Трудновато ему идти, конечно, но немецкая машина, как немцы говорят, немецкий танк. Вот немецкий танк должен пахать. Почти 285 кВт усилия. Там 150, посмотрим, как он поведет себя. А сейчас через 500 метров подъем закончится.
Нормальная реакция. Пользы нету. Сейчас будет спуск, сейчас небольшой подъемчик, вираж и после этого спуск. И на спуск я проверю. Лёш, впереди светофор. Оповещает о закрытом.